Хэйогисо, Шмаки, мы продолжаем родить Рупа название Апатион. Я почему-то думал, что в прошлой серии мы сразу с вами все успеем, но нет, мы ничего не успели. А почему меня сюда закинуло, если я... я думал, типа... Ну ладно. Запад. Я думал, типа, мы приземлились в наш город. Типа, который на земле. Кажется, нет. Машарелли, давайте не будем там, где... Типа, земли нету, значит, это просто вода. Дальше. Север, север. А, мне на запад, подожди. 4. Вода никакая. Уплываем. О, благодарчик. Впервые они меня задели. Запад. Вообще ничего. Дальше нам нужно на север. Скорее, потонувший корабль, то и есть, то... Вот, снова, видите, типа, он... Мы только встречали одного, походу, того же мужика, чем 3 раза. Так, восток. Опа, здесь что-то есть. Походу, наши поиски не такие же безнадежные. Да ладно. Ха. Ребят, мы нашли морских коней. А ну-ка как-то вот так сделаю тебя. Морской коник. Если вдруг... вон он что. Чувствуется, здесь должен быть Зевс. Да, без щита здесь делать нечего, я скажу вам.
Либо это тут такое просто место само по себе. Подожди, коняка. Когда среди бессмертных распя вспыхнуло и между собой, боги переспросили один из простола Крона сбросить Чаяль, чтобы Зевс царил других же владычеств над божествами. Не жалелись Зевса. Это похоже, может это и это Атлантида? Если да, тогда хотя относится ли Атлантида вообще к мифологии? Вот и все. Не, ну с коняка веселее тем, что она. Конечно, сорян, я буду с. А с помощью нее, скорее всего, можно и под текстуры. Ух ты ж, ё-моё. Так, монетка. Палыца. Поплыли отсюда. Там ваза. Ишь ты. Ишь ты какой. Я сейчас себе еще на этот, на снова дубинку прокачания соберу. Я вам говорю, это Атлантида. Да. Золото тут много. Золото тут довольно много. Скорее всего, звука вообще нету, потому что мы с вами в воде. И они здесь такие как заглушены какие-то. Щука. Угу. Одно из двух. Или я тут бабку эту найду как раз. Либо еще что-либо. Так, ну тут еще есть закрытая зона. Так-то плохо. Берем дубиночку другую. С той стороны. Так, выход на сундук, подожди.
Так, на невидимость. Берем корешок. Да, тут сундук. Сундук плюс мяско. Цены. Давай что цены. Ладно, эликсир. Но эликсир это все равно дерьмово кажется, если я ничего не путаю. Знаете, если я буду с Зевсом сражаться... Ой, там кто-то был. Так, а сколько вы улучшений? Тогда стоило 600, скорее всего, сейчас стоит... Мою коняшку купили. Мою коняшку купили. Изверги. Так, фляга полная. Ну ладно, хотя бы мне хватило его на весь этот. Блин, жалко, что его с собой не могу взять. С ним намного быстрее изучать подводные локации. Я почему-то думал, что тут Зевс будет. Значит, не все потеряно. Значит, что-то еще можно ценное найти. Но мы с вами до хера денег нашли. Реально до хера. Ну это уже, да, обычно будет. Тут даже карта не прогружается. Восток. О. Смотри. Нифига тут дно. Но походу, когда что-то есть, дно прогружается. Казалось. Да, тут невидимая стена. Невидимая стена. Сейчас мы этих чувачков. Блин, было бы классно, если бы Рилли нашел морское чудовище здесь где-то. Эх. Нельзя залезть, как в прошлый раз. Обидно. Что мне делать? Не понял. Как мне... Back off. А, все понял. F5. Вот какого черта я не попал? Да, не так все было. А, так я лук подбираю новый. Ого.
Спорно, спорно. Восемьсот. У меня оружия почти нету. Восток. Давайте, короче, за ней на восток. А дойду почти до коня. И спущусь на низ. Ну, типа. Меня сразу враги встречают. Хотя, когда я тогда плавал. Бля. Ну, я сам виноват. В принципе, я сам виноват. Север. Мне нужно палку купить будет. Вот тоже, в принципе, под водой. А, это... или... да, это под водой. А-а-а, топор-то сейчас сломается. Ага. I smell your blood. Короче, понял. Где мои трезубцы? Сейчас будем трезубцами драться. No bad. No bad. Плюс сотка, да, или плюс 200. Сразу же. Как мне с воды выпрыгивать? Понимаете, когда я в воду прыгаю? Я вы... Что мне делать? Типа я реально не могу отсюда выбраться. За крюк зацепиться. Умная, блядь, какая. И нифига, у меня уже ломается этот. Да, нужно где-то оружие раздобыть срочно. Видите, она легка тем, что ее можно убить в воде. И она тебе ничего не сделает. А там тупик. Так, 225 брони всего я могу иметь. 140 хп. Сейчас броню мы с вами найдем. Нашли. Там еще что валялось? Показалось. Ну, поехали. Что за проход? Ух,
чувствуется, мне будет здесь жарко. Буду надеяться, что я что-то найду здесь хорошее. Хотя я могу себе эту дать. Слепотой не бояться. Ну не слепоту. Ладно, а что у нас там еще по оружию есть? Сколько это вообще копья? Подожди. А, 23, тогда ясно. Ну тогда вот это копье буду использовать. Да. Вы видели, он копье взял? Он хотел копье взять. Вот какой ключ имелось в виду. Навигационный журнал Евфемия добавлен в инвентарь. Вышли с грузом. Сильная активность мародеров к югу от порта. Высокие потери. Чистое море, снова мародеры, слабый дождь, низкая мораль. К югу от острова Жеребцов Прокей Кима выбросил за борт ключ. Плотный туман. Так, а я ключ не находил. Бушующее море, слабый дождь. Высокое море, сильный дождь. К югу от острова храма, высокое море. Высокое море, грозы, скалы. Да... Да пощадит нас Посейдон. Стена Аякса. А, так смотрите, у меня и так работает свет. Названо в честь неукротимого сына Теламона. Это огромный бешеный щит защищает и вдохновляет того, кто укрывается за ним. Нет, этого свет намного больше. И он почему-то перестал ломаться, или нет? Ой, блядь. Бля. Иди сюда. Ну ладно. Лё. Лё. Гы-гы. Меня выкинули за карту, ребят. Бля. Серьезно. Короче, я понял, нужно часто сохраняться, ну нафиг. Бочки другие теперь. Ну а зато дубинку нашел. Маслице. Это получается, он меня бросил в угол, да? Из-за этого я типа... Что и произошло?
Классно. Классно и классно. А что там тут зубинка была? 31. Враги оставляют часть брони при смерти. Не зря камень в руках. Не один ты с камнем. Так, подожди. Сохраниться, потому что я знаю, что там может быть дерьмо. F9. Мы проверяем тактику. Огненный клинок. Ладно, берем. Ну и все, в принципе. Ладно. Монатик тут много стало. Ну, мы нашли то, что нужно было, мы использовали ключ. О, можно выбираться. Скоро будем... Хотя могу в этой серии сразу все сделать. Так, давайте на запад. Видим, что здесь ничего нету, выплываем. Я даже не хочу пытаться найти что-либо. Так, запад. Как обычно, ничего. Так, теперь юг. 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 А я пытаюсь в этой серии все успеть. А, подожди, сколько у меня денег? Хотя ладно, плевать. А, запад. Куда я поехал? Запад. Запад. Короче, два раза влево, три даже влево. Потому что когда мы плаваем, мы тоже тратим довольно много времени. Будем использовать новые предметы, у нас до хера их, а я их вообще даже не использую. Так, на север. Как раз сейчас и все море есть лучше. Север. Успокоить коней, скорее всего, либо их убить. О, что-то новенькое. F5.
глубокое дно. Чем мне нравится дубинка, то что она пускай она маленькая, пускай не такой большой урон, но она мощная. Челики тоже с дубинками. Он хотел взять мой корабль на абордаж. Я видел. Ой, ладно, иди в сраку. Собирай деньжат. Сделаю все, что мне нужно. Да и все. Ой, у меня отмычек мало осталось. Нашел отмычки. Нашел отмычку. Так, итого у меня деньги есть. Ладно, я уже сказал в этой серии, поэтому давайте в этой серии все сделаем. Север. А, не на восток. А у меня оружия нету, стопэ. Победи гепарха. У меня оружия нет. Ладно, эту палку буду использовать. Кто посмел ступить на священный остров жеребцов? Владыка Посейдон охраняет свои благодатные творения от погибного мира. Вторгнуть сюда означает навлечь гнев повелителя жеребцов и на сушу, и на море. А он типа хочет, чтобы я за ним пошел? Да ладно. Если так, это прикольно. Я не попадаю по нему. Блин, не то. Давай, давай, давай. Все. Все.
Среди всех живых созданий лишь лошадей хитрая природа наделила чувствами разумов и сердцем. Всегда они узнают своего родного возничего, ржут, когда видят славного всадника, и скорбно печалятся, когда их товарищ попадает в бою. Ну, в принципе, все. Видите, не так это ж и тяжко. Задание мы выполнили. Что за неповиновение? Глупец бороздит мои воды, словно утка-лодка в жуткой буре, указав моего брата. Твоя смертная раса приговорена к забвению. Зев всегда был слишком мягок к вашей цивилизации. Питал слабость к вашему льстивому скуплению. Скулению. Но сейчас ты наконец переполнил чашу его терпения. Я с радостью избавлюсь от твоего хныканья. Тебя и твой народ смоет словно песчинку в море. Так, окей, мне, короче... Еба. А чё у меня вообще есть по этим орудиям? Ой, где ты? Ой, я упал. Ой, я упал. Воу. У-ху! Мой корабль улетел. Я за кораблем. Какой ты стремительный. Ой-ой, минус стрела. Так, вот это уже плохо, потому что мне нужно... Мне нужно броню чинить. Так, сюда. Давай, давай. Понимаете, фигня в чем? Подожди, я не могу найти этот. Где находится? Острые стрелы эти. Взрывные.
Нихрена он мне дал. Я еще попадаюсь под его удар. Ай-яй. Тихо, хорошо. Ладно, я честно его застрелил, но мне до хера все равно стрел. Трезубец с Посейдоном. Выкованная в вулканической шахте глубоко под волнами. Это внушительный трезуб... трехзубый острие содержит огромную силу моря. Штормовые ветры сотрясают владельца, придавая внезапные порывы скорости. Позволяет использовать кувырок в воздухе. Прикольно. Кувырки в воздухе — это классно, наверное. Не, это классно, подожди. Так, я думаю, на этом нужно закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.